лет. Подготовились к следующему примеру двузначные числа. Числа сменяют друг друга каждые полсекунды, мгновение. Именно столько требуется для сложения. Сначала однозначных, а после и четырехзначных. Это испытание счет на электронном тренажере «Анзан» для сильнейших. Тех, кто в ментальной арифметике уже достиг определенных результатов. Трибуны аудитории переполнены. Интеллектуальный турнир, который в минувшие выходные прошел в областной столице, собрал более 120 юных умников и умниц. Из Вологды, Череповца, Вельска, Ярославля. Следующий этап уже для всех – скоростной счет. За 25 минут нужно решить до 200 примеров разного уровня сложности. Самой юной участнице всего 4 года. Для Насти это первый турнир. Хоть и занимается совсем недавно, всего несколько месяцев, результатами, говорит мама девочки, удивляет всю семью. Смотрели на пример наших друзей, какие достигли результаты. Там мальчик в 3-м классе. Решили тоже быть не хуже. Результаты уже у нее, в принципе, двузначные числа складывает, трехзначные. То есть, и даже может ментально без счета в пределах 10 тоже почти. Счеты в ментальной арифметике – главные помощники. Варя с ними познакомилась полгода назад. На них числа с 7 нулями и более школьница складывает, делит и умножает за секунды. Единицы – это десятки, это сотни, дальше тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч и так далее. Тот, кто не верит, может проверить. Придумываем заковыристый пример. Сейчас у нас есть возможность проверить, насколько точными получаются расчеты и насколько быстро это получается. А попробуем решить пример. Я на калькуляторе, а ты на счетах. 5 673 400 плюс 13 753 862. Школьница поднимает глаза. Неужели результат уже готов? А ведь мы при этом еще и набрать пример на калькуляторе не успели. 19 427 262. Я не понимаю, как это произошло, но это действительно так. Ментальная арифметика развивает оба полушария головного мозга. Она синхронизирует их работу, благодаря чему у ребенка улучшается концентрация внимания, скорость обработки информации, улучшается память. Родители отмечают, что дети быстрее делают домашние задания дома, они подтягиваются по всем предметам в школе, они лучше собираются перед контрольными работами. Ну, результаты очень хорошие дает методика. Ну и, конечно же, дети учатся считать быстрее калькулятора. Специалисты говорят, ментальная арифметика налаживает прочные нейронные связи между полушариями головного мозга. Правое, отвечающее за фантазию, интуицию и творчество, рисует картинку, как в мультике, как передвигаются косточки. Рациональное и логичное левое применяет правила и законы, которых в ментальной арифметике немало. Удержать картинку в голове довольно непросто. Для этого требуется максимальная концентрация. Малейшая мысль – и сюжет потерян. Как правило, феноменальных результатов достигают в основном дошкольники. Впрочем, расстраиваться, говорят специалисты, не стоит. Осилить ментальную арифметику сможет и взрослый. Но, как и во многом другом, времени и терпения потребуется больше. Алена Александрова, Евгений Тюнев. Новости Вологды.